Приветствую вас всех, мои дорогие друзья, на моем канале «Мгновение. Мгновение моей жизни». Сегодня 17 ноября, и у нас начался отпуск. Мы прилетели в Мексику, Канкун, Ривьера Майя, и отдыхать будем 12 дней. Вот мы вышли сегодня первый день с нашего номера. Вот в таком билдинге мы живем. На третьем этаже наш номер. И направляемся на завтрак, пройтись, прогуляться по пляжу. Прекрасная погода, светит солнышко. И наш домик расположен напротив центрального ресторана, напротив центрального театра. Вон туда рестораны, буфет, по дорожке пройтись буквально 50 метров. Здесь театр, вечерами здесь проходят концерты и всякие представления. Мы вчера вечером были на концерте. И вот, вот такая вот дорожка, и туда пошла к морю. Здесь вот фонтаны, пальмы. Красотища. Тепло. Сейчас утро. 6:30 утра. Вот такой фонтан здесь красивый, в котором тоже можно подойти искупаться, кто хочет. Вот такие вот здесь домики, где люди живут. Здесь вот детская площадка для детей, бассейн. Там вот под крышей такой соломенной административное здание, где выдаются всякие спортивный инвентарь. Там можно взять маски, ласты для пинг-понга, ракетки, для волейбола мяч, для тенниса ракетки. Ну, короче, все. Вот, вот так вот выглядит резорт, в котором мы находимся. Наш отдых будет проходить в двух резортах. Половину нашего отпуска будет здесь. Это резорт Барсело. А потом мы переедем в другой резорт. Каталония Роял Тулум. Замечательная погодка, чистое небо, солнышко и уже тепло. Вот такие бассейны здесь. Люди уже выходят на пляж, кто позавтракал раньше, кто еще спит после вечерних мероприятий. Вон там, туда дальше, есть бары, рестораны. И вот пляж. Здесь вот бар прямо на пляже. Море тихое, спокойное. Вот как-то так
будем отдыхать. Можешь подойти, выпить, закусить. Все включено, ни за что не надо платить. Пожалуйста, любые напитки, лед. Вот здесь завтрак, можно позавтракать прямо на пляже. Кто не хочет идти в буфет. Вон там ресторан, где можно покушать и посидеть с видом на море. Вот как-то так. Бары на каждом шагу. Музыка. Здесь проводятся спортивные мероприятия. Волейбол можно поиграть. Вот пляж, можно также брать здесь катамараны на прокат, можно вот такие вот водные мотоциклы по воде плавать, можно джетски взять, вон там причал, где лодки причалены, можно выходить в открытый океан. Это команда, которая занимается спортивными мероприятиями с людьми. Извиняюсь. И вот такой вот пляж. Вот такое вот море. Это, еще раз вам говорю, Мексика. Ривьера Майя, резорт Барсело. Замечательно. Итак, мы будем отдыхать, а я буду снимать и показывать вам все достопримечательности отдыха в Мексике. Всем пока-пока. До скорых встреч в эфире.